Теперь бы только успеть. В полис, на мирные переговоры. Мира не будет. Будет война. Самая последняя. Теперь я знаю ответы на все вопросы. Пашина голова — это кладезь преступных планов Корбута. Тут что-то странное. Погоди. Я должен увидеть. Она защищает детей. Осторожно.
бережет спину. Там она беззащитна. Артём, скорей сюда! Слава богу, цел. Кто это с тобой? Неужели... А это кто? Кто сюда ребенка без противогаза? Что за... Да, это он! Это он! Дитя нового мира, черный. Нет! Не стреляйте, полковник! Тогда держите его подальше! А то я за себя не ручаюсь. Этот зеленый, а этот желтый. Скажи ему, что я не опасен. Он приспосабливается к людям. Артём, можно с ним пообщаться? Забудьте о страхах, полковник. Просто возьмите это дитя за руку. Ну уж нет. К тому же сомневаюсь, что от него будет толк. Но вы действуйте. Только живее, пока я не передумал и не пристрелил его. О, я понимаю его. Вижу его мысли. И слышу твои, Артём. Ты можешь считать мысли простым прикосновением? С ним не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его усыновили. Давно. Так вот почему ты особенный, Артём. Это они изменили тебя, чтобы понять нас. Что за этой дверью? Ты не слышишь? Тебя звали. Я слышу. Открой. Погоди-ка, где-то я. Это же одни из закрытых ворот D6. Кодовый замок. Что там внутри? Мои. Мои. Они там. Они спят. Да это же... Смотри, они в спячке. Он не один. Я должен их разбудить. Им пора жить.
Нам всем сейчас туда. Если сможем, откроем тебе дверь. Там смерть. Рядом, вокруг. Но я должен, иначе останусь один навсегда. Помоги нам, и мы поможем тебе. Я сделаю, что надо. Я должен их разбудить. Что-то придумаем. Поживее, муки сонные! Полковник, откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад. У вас есть код? Все коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу. Придется? Тогда он выручит нас в полисе. Значит, берите его с собой и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. За мной! Он не единственный, не последний. Я понимаю его восторг и его желание как можно быстрее добраться до своих, освободить и пробудить их. Но он согласился подождать чуть-чуть. Сначала он попытается помочь нам. Если мы успеем на конференцию, Черный сможет открыть для нас мысли Москвина или самого Корбута. И, возможно, заставит их остановить это безумие. Это наш последний шанс. Артём, про Октябрьскую мы узнали от Хана и заявили протест Москвину. Но тот ничего и не отрицал. Мол, к счастью, рядом с Октябрьской проходили учения их санитарной роты, и, пойдя на жертвы, вспыхнувшую эпидемию удалось заглушить зародыш. А иначе она охватила бы все метро. Что на это скажешь? Да так бы и я поступил. Но ведь агент Красный похитил контейнер с вирусом из D6 перед эпидемией на Октябрьской. И что? Кроме Артёма живых свидетелей нет. И кто поверит ордену? Ведь D6 в наших руках. А если это мы выпустили вирус? Красные атаковали Ганзу. Мы можем заставить Москвина признать... Ничего мы не можем. Мы не армия. У нас на все метро 100 бойцов не наберется. Да, Москвин готовился к войне. Но после предложения полиса о разделе имущества D6, он может искренне хотеть мира. И мы обязаны добиться подписания договора. Москвин? Какая разница, чего он хочет? Он марионетка Корбута. Пока Москвин говорит, D6 окружает спецназ Корбута. Этот договор вы скрепите своей кровью. А что, есть идеи получше? Притащили сюда эту обезьяну. Что теперь? Разговор окончен. Следуем в зал совета. За мной. Полковник, разрешите доложить? Отставить. Всем силам орденов, D6, полная боевая готовность. Корнеев пусть приступает к... Ну, он в курсе. Только... Пронесло. Сняла все претензии с нашей стороны. Я официально отдаю приказ
о прекращении операции «Эльдорадо». Слава рейху! Слава! 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 И в заключение официальной части слово предоставляется лидеру Красной линии, товарищу Москвину. Товарищи! Товарищи! Я не побоюсь этого слова. Друзья! Готовься, Артём! Держись рядом с малышом! Да будет мир во имя наших детей! Ура, товарищи! Вы лжете! Хан, с ума сошел? Я знаю, что делаю! Просто поверь, хоть раз! Кто вы такой? Охрана, выведите его отсюда! Рейнджеры, отставить! Артём, малыш, ваш выход! Товарищ Москвин, вы должны меня поддержать. Иначе могут всплыть некоторые неудобные подробности смерти вашего брата. Ваш брат говорил о необходимости устранить исходящую от вас угрозу. Что? Какую угрозу? Мы же братья. Он думает, что вы завидуете ему. И боится за свою власть. С ума сошел! Совсем уже! Но сейчас я ему все выскажу. Боюсь, словами удар уже не отвести. Нужно его упредить. Максимушка, как я рад, что мы с тобой помирились. Из-за такой ерунды. Ну, выпьем? Выпьем, брат. Что? Единогласно генеральным секретарем ЦК. Молчишь? Что смотришь так на меня глазами своими честными? Сам ты виноват. Кто хотел меня убрать? Корб тебя сдал, а теперь меня за яйца держит! Из-за тебя! Прости. Прости меня, Андрюша. Нет мне прощения, а ты все равно... Прости. Что это? Что было? Я вслух? Так значит. И мне что-то подсыпали. Как брату. Да. Отравил. Брата своего. Но Корбут... Я идиот. Думал, он спасти меня хотел. А он так власть взял. За горло меня взял. И сейчас... Т-6 штурмует. А там вирус этот. И если он этот вирус захватит... Конец. Но вы же руководите! Прикажите! Проклятые! Отзовите войска! Будьте вы прокляты, сволочи! Выиграйте, блин! Здесь все ясно. Как скорее, на вокзал! Д-6 мы не отдадим! За мной!
Если вы проиграете, то будет плохо для всех? Тогда я должен спасти своих. Ты хороший, Артём. Он ушел. Он сделал, что мог, и ушел. К своим. Я не могу его за это судить. Остатки человечества добивают друг друга в последней схватке. Это не его война. Я надеюсь, он сумел простить нас. Меня. За то, что мы сделали с его братьями и сестрами. С его матерью и отцом. Началось. Наступает с трех направлений. Бойцы! Ребята! Не буду долго говорить. Все вы профессионалы, и каждый из вас стоит пятерых красных. Так что просто сделайте свою работу, как вы делали ее всегда. И мы победим. Спарта! К бою! Спарта! Саперы! Хватит там возиться! Давайте сюда! Проверить снаряжение! Приготовиться! Thank you.
Они еще не выдохлись! Сержант, доложите обстановку. Комбат, мы вытащили раненых! Наши сопровождают их до точки эвакуации! Отлично! Перегруппироваться и приготовиться! Сейчас снова попрут! Есть! Нам не удержать, это ясно. Остается взорвать. Ясно, командир. Двум смертям не бывать, а одной не виноват. Это еще что? Черт! Неужели это? Себя ощущаю. Какая непростительная трата человеческого материала. И ради чего? Глупое упрямство.
Ну да ладно. Революция все спишет. О, кого я вижу? Целый полковник Мельник. Простите, почти целый. Артем, время пришло. А тут кто у нас? Прыткий молодой человек. Ну-ка, спаситель метро, и куда это мы ползем? Остановите его! Не бойся, ничего не бойся, мой милый. Твой папа победил врагов и спас метро. Папа был храбрый. Он был самый храбрый, потому что не боялся неизвестного. Мама, а куда делись черные? Они ушли, но обещали вернуться. Thank you.